Анонс с 11 по 20 серии 2 сезона сериала «Адмиралы района». В 11 серии после убийства Котов его доля в Норд-Инвесте переходит к его сыну, наркоману Ивану, который к наследству равнодушен. Однако у Норд-Инвест есть еще два акционера – Зимин и Салтыков. В городе назревает передел. 12 серии «Лиля» предлагает Дятлову организовать благотворительный фонд. Федоров боится, что Белогуб решит от него избавиться и снимает о нем видео. На свободу выходит Аркадий Белогуб. Владимир встречает вернувшегося из колонии брата. 13 серии. Адмиралы пытаются задержать Белогуба, пока тот снимает деньги в банке. Однако Аркадий замечает 9 и предупреждает брата о засаде. Белогуб провоцирует панику в банке, утверждая, что здание заминировано, а Аркадий вызывает на место наряд пожарных и скорую. 14 серии. Голованов обращается к Зимину и Салтыкову, акционерам Норд-Инвеста, с предложением по дешевке выкупить их доли в компании. Аркадий знакомится с Ольгой, директором школы, надеясь спрятаться от полиции у нее дома. 15 серии. В ночном клубе между Сергеем и Иваном Котовым происходит драка. Охранники находят наркотики и вызывают полицию. Девятов выясняет, что Голованов владеет половиной доли акций Норд-Инвест, а Зимин уезжает из страны, по сути подарив свою долю Голованову. 16 серии. Евграфов подставляет Ивана Котова, который в наркотическом дурмане появляется в доме акционера Салтыкова. Голованов дает распоряжение помощнику Илье замести следы пребывания Ивана у Салтыкова. В 17 серии бойцы спецназа по приказу Колесникова врываются в офис Норд-Инвеста и изымают документы. Узнав об этом, Щербак отзывает у компании разрешение на строительство. Погибла дочь Евграфова, а через 4 месяца его активы отошли к Голованову. 18 серии. Вскоре в лесу находят труп девушки. Поняв, что Катя мертва, Волынцев порывается убить Аркадия, но Девятов его останавливает. Тем временем неизвестный расстреливает машину Щербака из автомата. Аверин приезжает в офис Норд-Инвеста. 19 серии. Городецкий, Сивоченко и Аверин отправлены в СИЗО. Девятов выясняет, что Адмиралов подставил Федоров по заданию Голованова. Аглая проникает в его квартиру и вынуждает его рассказать о заказе Голованова. 20 серии. Вскоре после всего случившегося Аркадий встречает Голованова у офиса Норд-Инвеста и рассказывает, что Илья сотрудничает с ФСБ. Тем временем Аверин и Сивоченко работают по связям Голованова. Адмиралы наблюдают, как Лукин встречается с Еремчуком и получает от него наличные, которые решает присвоить. Посмотреть с 11 по 20 серии вы сможете с 19 по 23 декабря на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.